Александр, когда был назначен пенальти, к мячу подошел Фомин, который не промахивается с пенальти. Ваша мысль? Честно, не было у меня вообще мысли. Я даже не знал, не думал, то, что пенальти поставят. С моей позиции казалось, что его не было. Вот, поэтому, я думаю, Бог на правду все рассудил нас. И получилось, как получилось. Это удивительно, что такой опытный пенальтист махнул мимо. Что для этого мог сделать вратарь? Я все для себя сделал, все для антуража сделал, чтобы как бы постараться, чтобы он промазал, вот, поэтому эмоции переполняют, честно, не могу слов даже подобрать. Ну, чем сегодня «Спартак» был лучше «Динамо»? По всему матчу. Да не знаю, сложно говорить с моей позиции, это со стороны виднее, поэтому сгоряча, чтобы не наговорить. Хорошо, если переполняют эмоции, то какие они, можно их хоть как-то описать? Наверное, какое-то облегчение, я не знаю. Вот вы видите, то, что полный стадион весь красно-белый, и все радуются, и сейчас вся Москва радуется. Просто для них старались, и для себя, конечно, но больше для них, чтобы все мы порадовались. А давайте посмотрим, какой дизайн чемпионской, во-первых, медали. Да. Нет, забрать их слишком, я подержать хочу. И главное, вот, который заранее готовится, и который в случае поражения становится бессмысленным сувениром, чемпионский или наш город. А, наш город и наш кубок. Вот так написано на футболке «Спартака». И 14-й кубок с учетом кубков СССР. Получается так? Получается. А почему вы так готовы были с медалькой легко расстаться? Шутка. Окей. Ну что, шутливое настроение. Александр Максименко, отпускаем праздновать. С победой, с победой, с кубком.